Да можешь заглушить пока. Попросить пассажира выйти. Транспорт открыт. День вам добрый. Добрый. Справление с розыском. Да. Приветствую. У кого из вас предметы, вещи, изъятые из гражданского оборота, запрещенных к переносу имеются? Нет. Точно. Оружие. Ножи, топоры. Оружие есть. Оружие есть? Да. А что оно здесь делает? Ну, просто я гулял тут. Гуляли с оружием? Да. Представьтесь, пожалуйста. Если у вас паспорт нет, то хотя бы словесно представьтесь. Да нет, есть у меня паспорт с собой. Документы есть? Да, пожалуйста. Анатолий Джалович, да? Разрешение на ношение оружия? Есть. Не, мы не трогаем, мы просто смотрим, чтобы машина никуда не уехала. Дошли до крайне. Командир. Сейчас, серий номер, да, сделал? Держите. Угу. Вы знаете, что запрещено находиться с оружием? У вас есть разрешение? На что? Ну, на добычу. Ну, зачем? Офис. Не обязательно же добивать? Ну, добивать, конечно. Ну, вы находитесь в местах как общество, да, рыболов, любителей с оружием, правильно? Ну, здесь-то можно хоть просто походить-то хоть можно? Ну, походить нет, нельзя. Нельзя? Да, мы сейчас пригласим, я видеозапись прерву. У меня есть что делать. Человека ответственного, да. Угу. А и в связи с чем вы там уже будете разбираться? Ну, просто я сейчас. Что тут еще есть? Есть что, я сниму. Ладно, сейчас давай, выясним, давай. Может и не запрещается. Насколько нам известно, вроде нельзя. Не знаю просто, кто вас ответственный. Да я узнаю сейчас. Да, узнаю. Просто гуляли, да? Да, частенько гуляли. А зачем вам? Тут рысь у нас даже гуляет. А чисто для личной безопасности? Ну, если на добычу, я думаю, точно не здесь гулять, правильно? Не, ну я ничего не говорю, я не охотник, я не могу в этом плане вам ничего сказать. Ну просто я могу предположить, что для личной безопасности, потому что вы если один гуляете, я так понимаю. Поднимай. А? Вот это зачем поднимаешь? Ну, мне нравится так. Холодно, ветер дует, понимаешь? Я видел, Мир подъехал к ним. То есть, получается, смотри. Как бы, мы вот, как бы, негодяи, да?
Мы лиц свои не прячем. А ты вроде как... Да нет. А почему вы негодяй? Тоже... Вы себя считаете негодяем? Нет, у меня ну, к вам как... вообще вопросов нет. Не, ну как бы так вот такой... Я даже с вами диалог не вел. Я вот общаюсь. Да я тоже закрою, а что тут такого? Вот закрыл и все. Вопрос стоит. Ну, так, ну, блядь, что? Это человек с оружием. Ну, чехленый, но находится. Не так. Не то пол. Пользование. Здесь не хозяйство, ничего. А как называется это место, кто-нибудь может сказать? Никольский. Никольский. И скинь мне его, да, там, законтачиваю. Если так, формальность проверим и... Да не вопрос. Минуту, ты ему скинь номер, пусть звонит. Я что здесь? Давай. Мы уедем сегодня? Парни, будете 50 грамм кончить? Нет. Кто не за рулем? Да, буду. Ну давай. Вопрос. Дом у меня тут недалеко. Вот. Вот. А где проживаете? Ну, Татищево, край Татищево. Давай обратно. Я тебе попозже. Вы тоже саратовцы все? Специально обучен. Нет, дождались уже все. Я когда наберешь... Скоро война, я не знаю, что там будет. Надо привыкать уже ходить, блин. Это точно. А тут все, блин, оружием почему ходишь? Там оружие дают, убивали, потом еще деньги за это дадут. А здесь ходить запрещают. Там сейчас то же самое, что в Чечне. Но был в Ростове. Был в Ростове, да. Его сняли. Ну его помощник вроде как стал. Паша, ну я не знаю, контакта. А как фамилия? Давыдов. Как? Давыдов. Давыдов. А, Давыдов, да. Давно, блядь? С утра. Два прадик, Алюк. Прадик с пензенскими номерами. Не попадались? Ну, случайно. Не, вот у меня мужик попался. Не ходил. А то
Скандинавская ходьба. А здесь деревня живет? Багажник тоже смотрели, да, это смотрели. Там. Откройте багажник. Нищ. Посмотрим сразу, что. Где? Юра Макинч. Что в мешке у тебя? Ножи, под грибы. Под грибы. Покажи. Где? Шампура сразу грибы жарить. Хороший. Давайте дальше. Давайте разворачиваем. Паром тоже грибы собирают. Шампурами. Костер разжигать. Ничего. Находится. Чья машина? Моя машина. Там нет ничего. Военный, да? И это просто. Не верю. Подстрижен, как действует. Готовится. Волосы мы растут. Вы в Украине готовы. Здорово. Нет, вещи запрещены, нет из гражданского оборота. Лагривовка это где? Вот там. Да, там торчит. Точно торчит. Нет, торчит, там что-то на оружие. Да, только ты ее туда не оставляй, то замок закрыт. Она не будет. Замок забегай, поверни. Давай. Сейчас машину посмотрим. Нет. Что, есть? У вас там, да, на базе? День вам добрый. А вы откуда и куда? За грибами. За грибами? Да. А, набрали? Нет. Вот фамилия, но отчество. Вася на В. Имя, отчество. Алексей Владимирович.
Алексей Владимирович. Давайте дальше продолжим. Вас как фамилия, отчество? Терентьев Михаил Юрьевич. Проживаете где? Татищев. Вас как? Касьяник Александр Васильевич. Проживаете где? В городке. А вас как фамилия, отчество? Гадальцев Алексей Александрович. Как? Гадальцев. А? Вы Алексей Александрович, да? Совершенно верно. Кто у вас четвертый ехал в машине? Не было никого. Вот. Ну, пятый, извините. Не было никого. Четверо было, да? Понятно.